будем стричь папки легальные. Будем стричь папки мощно. Всем привет, вы на канале Виктор и Пи. Это серия про БК Московский. Мы в Ярославле на стрит. Что-то там кап какой-то. Как надо уточнить, как называется. Потому что Rocket League Cup в Ярославле. И мы приехали с совмещенным составом БК Московский АМС. Но мы одна большая вся семья. Здесь есть стандартный формат. Играет по 15 минут две партии, либо до 25 очков забитых. Как 25 очков забили, все, партия заканчивается. Если 1-1 по партиям, то играется дополнительный овертайм до 15 очков. Повеселимся, посмотрим, что здесь как. Играем первую игру против хозяев Ярославля. Команда Riders. Погнали. Хлопай хоть, блин. Классная игра от Максима Захарова. Привет, парни. Что мы тут делаем? Что мы играем? Классный баскетбол. Интересно. Может быть приятней в выходной день поиграть в Ярославле баскетбол. Спасибо. Так как мы собаки и мы псы, у нас вот такое средство против скольжения. Даже оператор сможет сыграть. Сможешь? Да. Че, ты забыл нашу тему? Во, хорош. Холодный зал, главное надо было разбегаться. Согласен, Пашок? Да, разбегались. Главная повязка. Главное? А главная повязка. Пашок, скажи, Пашок. Главная повязка. Сейчас все, два человека, первое, кто вышел, потому что... Юр, тут мне нужно здесь на площадке. Носок тура. Ребзи, мы выиграли первую игру в Ярославле, 2-0 по партиям, и у нас есть уже главная звезда, это Серега Краулов, и у него берет на интервью подставки. Как тебе первая игра? Мы молодцы, начали очень активно, и эта активность нам помогла. Мы молодцы, надо было разбегаться. Активность помогает в жизни? Очень. Я всегда, когда меня спрашиваешь, у меня такой ступор перед камерой, блять. Почему ты принял решение завершить карьеру? Думал, что стоит говорить. Блять. Ну скажи. Росбаскет говно, потому что я профессиональный. Ну, не хочется даже там играть. Простые вопросы. Почему ты закончил баскетболом? Ты разочаровался, правильно? Будем стрипать мощно. Ребят, мои кореша из Sneaker Lar прислали мне мятую коробку, но это не важно. Важно, что внутри. Прислали мне Джорданы One Take 4. И что самое главное, Sneaker Lar работает только с оригинальной продукцией и в совокупности с хорошими ценами. Это... очень ценная услуга на рынке. Плюс по моему промокоду VictorP10 у вас будет скидка 10% на весь товар в их интернет-магазине. Короче, они максимальные красавчики. Сейчас мы померим и будем радоваться жизни. Это вообще мои, наверное, первые Джорданы игровые за последние 8 лет.
что отличает Джорданы? Не знаю. Но мне вроде в этих максимально комфортно. Это вроде бюджетки, но сейчас важно нам, чтобы это было в первую очередь комфортно. Так что я взял, погнал разрушать династию Инанома, они на заднем плане. Ребят, все ссылочки в описании, обязательно подписывайтесь, помните про мой промокод и запасайтесь крутыми кроссами. Я погнал. Также играют в баскетбол. Главное, что мы взяли на выезд, это Серегу Караулову, это первое. Суперпрофессиональная любительская команда. А еще мы взяли на выезд Game Ready. Я уже говорил, что у нас есть Game Ready. Сейчас покажу вам, в раздевалку зайдем. Вы знали, что Ярославль отличается от всех залов тем, что здесь можно смотреть тренировки соперников. Так Михаил Терехов делал свои годы лучше в БК «Буревестник». Вот, тренировка идет. Он смотрит. Там, кстати, играют следующие наши соперники. Это Балашиха, Глория и Кострома. Вот. Ну, пойдемте дальше расскажу. Здесь вот очень хорошо смотреть тоже баскетбол. Здесь табло. Вот. Все одеты? Там камера. А, ну там и что-то. Да, вон туда зайди, вон туда зайди. Ну там пришел губернатор, пришел там, глава администрации пришел, там все правительство пришло. Мастер-класс, все, звезда приехала. Я не заинтересовался, баскетбол пойдет. На связи Тимофей Мозгов. Да у всех все супер. Ага, давай, давай, ну. Ага. У меня профессиональной карьеры такого не было, а вот теперь... Всегда со мной. Game Ready. Угадайте с одного раза, кто у меня сосед по комнате на этом выезде. Кто угадает, пишите комментарии. Чей это голос? А. Кто угадает, что написать? Расскажи. Я получит от тебя приз? Да. Говори про пиво, у него там не допил. Да, кстати, Алексей Михайлович на каждом выезде перед игрой выпивает баночку. Сами знаете чего. И потом разрывает. Вот, да, мы все время с Алексеем Михайловичем на выездах в Ярославле, когда Михаил Терехов сдувал мячи на игровых тренировках, мы сидели всегда на этих местах, и теперь традиции у нас вот такие, мы остались здесь. Классная информация. Очень много Михаила Терехова, по-моему, в этом влоге. Миша, привет. Миша, привет. Короче, мы переходим ко второй игре. Сейчас я отвечал на вопросы подписчиков в запрещенной сети. Сейчас обязательно вставлю хайлайты оттуда. С нами Саня Палов. Саня, кто самый трудный соперник для нас? Для нас только мы сами. Сейчас вы зовете во Владик, но есть ребята, которые там играли. Тёма Исаков, мы во Владик приедем? Конечно. Конечно, приедем. Приедем. По экипировке у нас это Паша Александров. И экипировку надо заслужить своей игрой. Сейчас будем играть вроде в Костромы. Университетская вроде команда. Я думаю, что у нас финал будет Балашиха Московский. Московский Балашиха. Тебе как? Да. Всегда да будешь. Короче, у нас Балашиха мне вчера в директ пишет. Глория Балашиха спрашивает, зачем вы туда поехали? Мы хотим забрать этот приз в 50 тысяч рублей. Я говорю, это у нас тимбилдинг, сплочение. Понимаете, о чем я? Ну, вот, короче. На самом деле, мы намного больше денег потратили на этот выезд, чем мы отобьем, если выиграем. Но вот провести время вместе, командой, и вообще везде побывать, и на такой выезд, вроде маленький, но все равно вместе, очень круто. Поэтому вот, так командный дух и... сплочается. По-русски сказал. По-русски. Напишите в комментариях вашего любимого игрока. Мой стучит руками по мячу. Уже не стучит. Уже не стучит. Лёх, постучи руками по мячу. По мячу. А теперь по мячу. Заказывают воду всем. Деловой парень. Поэтому он Джокер. Я тут
Джокер! Паш, что доказываешь? Воду! Понятно. Вот он, тимбилдинг, в чем заключается. Знаю, что он делает, не отходя от кассы. Вода, Паша, заказ. Михалыч, твой выход. Надо сделать. Один. Будем стрелять по прошлому. Респал и Валера. Давай. Еще раз дальше. Во! Я тоже сижу. И он сидит. И я сижу. Все сидят. Главное, не на бутылке. Каламбурная у него. А мы доску раздевалки оставили. Все, отличный тайм-аут. Сыграет ли тайм-аут без доски? Давай. Сыграл. С крыльями. Валера, а что ты от нас ушел-то? Это ты что, как из ЦСКА, что ли? Нам тоже очень интересно, Валера. Ну, Эмин выкупил мой контракт у ЦСКА. Наконец-то я тут буду нужен, буду много играть. Поэтому следите, будем всех разрывать. Вперед, гав! Я свою накидку ищу. Она в ЦСКА. Ключи здесь, от каламбурочной. Wave. I'm in it for keepsake. In the field with the cleat lace. Beat foot with the bare face. And the... Много таких турниров повидал. В России первый раз тут. Ну, вообще, организовал такой турнир. То есть... Я пошел. Организовал турнир и пошел. Кстати, Макса Захарова можно только и минус остановить заменой. Скоры, что ли? Нормально играть. Бейс на слик тайм, это что она говорит. She look good, she a big tease when she bite your lip with the weak face. Hella bad when she throwing it back, she bring out my way for the team play. Канали, крайнюю игру выиграть и едем домой. Ты тоже с нами, пока тебя не уволили. Профессионально. Какой раз счетчик профессиональности? Смотри. Не просто стикерс, а стикер супер, это во-первых. Риттер Спорт, это во-вторых. И бананы из перекрестка. Где такое видео? Нас заслужил. Будем стрелять. Итак, давайте напишем в комментариях хэштег Костя Греков заведи инсту. Которая запрещена, конечно же, в России.
Вот. А то у него столько, оказывается, контента про него. Некуда выкладывать. Кость. Костя. Костя. Да. А где борода? А? Где борода? Пропала куда-то. Вышла погулять, скоро вернется. И главный вопрос. Почему Костя Греков сбрил бороду? Что за вопрос? Почему ты сбрил бороду? А я косякнул, короче. Когда решил подравнять, косякнул, пришлось сбривать. Вот почему он марит из-под кольца. Паш, как состояние, Паш? Свеж. Фото. Это все потому, что холодно в зале? Конечно. А хочу вам представить академика! 3 очка в среднем за игру на этом турнире. Стабильность. Стабильность – признак мастерства, а не то, что вы подумали. Кстати, Дэн Бергман сказал, что Козлов полный ноль. Я не реагирую на такие вбросы. Слишком низкий уровень. Низкий уровень игры или вбросы? Берг. Перхот диктует правила, Head and Shoulders их отменяет. Показывай себя. Ла финале. Почему время сбросили? А кто спрашивает? Виктор Пи спрашивает. Не коснулся Денис Берман ничего. Кольца. Кстати, Дэн Бергман сказал, что Козлов полный канала Виктор Пи признала Грекова Константина MVP. Ребята, еще будут призы. Где? Я как подгулочку сделал. Фото. И скидочка вот так. Кто теперь? Номер 6 Милосердов Александр и номер 18 Васильев Юрий. Вот начался хорошо. На Люка Белова такой же настрой. Бля, нормально. До встречи через год. А вот. Наши кореша Rocket League Cup 2023 подогнали на кубок. За победу. Пойдем у Эмина что-нибудь спросим. Пойдем. Эмин, расскажи, чем мы сюда приехали?
провести хорошо время, тимбилдинг. Все-таки это тимбилдинг. Тимбилдинг больше. С учетом того, что в итоге произошло, больше тимбилдинг. Вопросы от болельщиков и от подписчиков. Когда мы заявимся в Суперлигу таким составом? И мы бы там смогли пошуметь? Слушай, ну если бы мы тренировались не один раз в неделю, а два раза в день, я думаю, что призы бы точно попали бы с таким составом, а может и выиграли. Ну для нас, наверное, два раза в день много. Ну да, уже смысла нет, мы просто не хотим. Вопрос мотивации. Хорошо. Так. Есть идея сыграть в Кубке России. В Кубке России? Да. Как медиа-лига, как медиа-команда в футболе. Хорошо. Будут ли у нас еще такие тимбилдинги? И вообще спрашивали, можем мы в другие города приезжать и проводить такие турниры? Ну, можем в другие приезжать и даже в другие страны планируем ездить, страны СНГ. Поэтому, да, надеюсь, сможем почаще. Ковид как-то сбил нам всю эту историю. Мы до этого летали в Армению на турниры, в Китай летали каждый год. Поэтому, надеюсь, сейчас ковидные ограничения везде спали и начнем ездить на такие мероприятия. Все, ребята, спасибо. Всем мы погнали спасибо. В Москву. Первый трофей. Как? Тёма улыбается. Да, спасибо. Костя Греков, MVP, московский чемпион. По 2500 разделим приз. Короче, нормально. Тимбилдинг удался. Главное, что он закончился победой. Вот. Завтра у нас важная игра, но об этом после. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Вы подписываетесь? Обязательно еще подписывайтесь. Виктор Пи. Будем стричь бабки, галь, не. Будем стричь бабки, мурат, галь, не. Будем стричь бабки, мощь.